В Перми начали расширять центральную улицу Ленина. Работы на участке от улиц 25 октября до Сибирской начались накануне вечером. Проблемы назрели давно. Проезжая часть была слишком узкой, поэтому проехать этот участок и не встать в пробку было практически невозможно. Чтобы проезжая часть стала шире, немного сузят пешеходную дорожку. Можно сказать, что это только начало масштабных работ на улице Ленина. Администрация Перми объявила торги на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Ленина от Перми 2 до Северной дамбы. Максимальная стоимость контракта составляет почти 46 миллионов рублей. Окончательно этот вопрос будет решен в феврале 2020 года.